так вот просто на улице может стоять вот такой байк и продавать рыбок. Прям в пакетах вот так их продают. Мне вот все интересно, насколько кислорода им там хватает. Ну, наверное, это как-то относительно продумано. Может быть, периодически пакеты открываются, чтобы запустить им воздуха. Вот такой большой аквариум у него. И это все прямо на байке. Ну и человек вот так просто берет и переезжает с места на место. Какие-то кислородные баллоны с воздухом, компрессор, чтобы закачивать им туда воздух. Давайте покажу вам, какие тут рыбки есть. Вот такая рыбешка стоит 100 тысяч, это порядка 12 долларов. Большие золотые рыбки. Разные гупешки. $30 000 стоит. Вот эта рыбка, это $1.10 примерно, 100 рублей. Вот Толя с Лёвой. Лёва, привет. Только проснулся, братишка? Помаши рукой. Смотри, какие рыбки, Лёв.